начиналось все с моего спонсора, который, человек, который меня сюда пригласил. И вышестоящие спонсоры мне также помогали. Каждую субботу, буквально 5 суббот подряд, я приходила на стартовые семинары и обучалась. Там я узнала, что Oriflame дает мне такую возможность, мой шанс зарабатывать те деньги, которые я хочу. И неважно, там, в общем-то, что на других работах я столько не заработаю. После стартового семинара я сделала свой первый результат 3%. Я его сделала довольно быстро, буквально 1-2 дня. И у меня появилась возможность посетить бизнес-школу 1. Что же я там узнала? Там я узнала, что есть такие люди, богатые и бедные. Но, конечно же, все мы хотим быть богатыми. А почему же все-таки кто-то становится богатыми, а кто-то всю жизнь так и, ну, бедные? Я там научилась приглашать первых людей, как их правильно пригласить, а самое главное, зачем я их приглашаю, куда я их зову. Я также научилась планировать свой результат и помогать планировать моей команде. Я быстро сделала результат 9%. Что же происходит потом? Появилась возможность посетить бизнес-школу 2. Ну, почему бы и нет? Там я научилась... как мне работать с командой с моей, которая у меня уже есть, и как быстро и легко сделать звание директора. Ну, собственно, куда я сейчас и направляюсь. Мне в моей работе очень помогают квартальные отчеты. Да, вот бывают сюрпризы от молодежного движения там. Бывает, я очень люблю, когда меня поздравляют с новыми результатами. Люблю поздравлять моих людей с новыми результатами. Это очень приятно. Для гостей наших квартальных отчетов мы предлагаем лотерею. Ну и много других сюрпризов. Кстати, я вас приглашаю на следующий квартальный отчет, который будет проводиться, ну, в начале июня. Там будет весело, интересно. Да, хочу вас познакомить с тем человеком, у которого я тоже училась. Это психолог, профессор психологии. Я ему очень благодарна. Вадим Воловик. Я была у него на 2 тренингах по темам лидерства и продажи. После первого тренинга я поняла, что у меня повысилась самооценка. И пришлось взять на себя результат за свой карьерный рост. Раньше как-то на кого-то надеялась, а тут раз и пришлось на себя. Я же все-таки лидер, и люди должны идти за сильным человеком. На теме продажи я поняла, что продавать – это престижно на самом деле, потому что далеко не каждый может пойти и кому-то что-то продать. Для этого нужно быть умным человеком. И я точно иду на следующий тренинг, который будет вот-вот уже скоро. Тренинг на тему «Семья и бизнес». И самое интересное, что я иду туда не одна. Я иду туда со своим мужем, с моей мамой и с моей бабушкой. Почему иду? Потому что я очень хочу правильно построить отношения в семье. Но нас, к сожалению, этому нигде не учат. Ни в школе, ни в институте. И я очень рада, что именно в компании Oriflame я это нашла для себя. Я была на мероприятиях компании, таких как Мегафорум, уже 2 раза. И первый Мегафорум проводился в Олимпийском в прошлом году на 25 тысяч человек. Но, конечно, тогда я не очень серьезно относилась к компании. И у меня единственная мысль была... Когда я туда зашла и смотрю, 25 тысяч человек, все из Oriflame, говорю, ну неужели все дураки, что они там все сидят? Вот, поэтому это, конечно, здорово там было. Это вот в этом году, в Москве тоже. Мы посетили сервисный центр. Вот, обязательно нужно обучаться. Я постоянно ищу что-то новое, обучаюсь, и вам желаю того же. Спасибо.